написал. Что он сказал? Вот что бы вы отметили? Будущее светло и прекрасно, ребята. Себя. Я даже так не могу на вскидку вспомнить. Что делать? Вопрос поставил. Вот вам. Вам только вопрос стоит. Нет в жизни большего счастья, чем жить для других. Вот что он сказал. Живите для других, не для себя. Только он говорит, поднимайтесь из ваших трущоб. Отрывайтесь от ваших гаджетов. Друзья мои, выходите на белый свет. Славно жить на нем. И путь легок и заманчив. Попробуйте. Развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их, их книги радуют сердца. Наблюдайте жизнь, наблюдайте ее интересно. Думайте, думайте вот так. Да, все так. Отрывайтесь от своих гаджетов. Да, к сожалению, это... Поднимайтесь из этих трущоб, из гаджетов. Это только на сегодняшний день. Поднимайтесь.